Всем хрю, с вами Бига Хорю. Всем добра, с вами Добрый, и сегодня мы продолжаем выживать на этой карте. В прошлой серии мы сделали дом на дереве, но он сгорел. Также мы сделали портал в ад, нашли овечек, сделали себе наконец-то какие-то кровати. И сегодня что? Ты пшеницу пошел собирать, да? Пока Добрый, ну конечно, время идет, пшеница зря не растет. Да, давай собирай, и у нас все выросло, и мы сейчас сделаем еще парочку снопов сена и попробуем выбить еще новых монстров каких-нибудь. Надеюсь, выпадет что-нибудь прикольное. Так, давай сюда пшеничку. На, все засадишь. Я выбил 64 зернышка, даже больше, и 43... пшеницы. О, это хорошо вообще. Я пойду тогда дом восстановлю, потому что он тогда сгорел. Давай, давай. И когда мы строили портал в ад, лава чуть попала на дерево, поэтому мы чуть не потеряли весь дом. А, кстати, ребят, почему объединение выходит 2 дня в подряд? А это потому, что мы решили вас обрадовать, потому что рубрика вам нравится, мы видим по комментариям и по количеству лайков. Поэтому радуйтесь. Поэтому радуйтесь, да. И пишите, пожалуйста, свои идеи. В комментарии обязательно. Кабанчик, что там у тебя, как успехи, все получается? Да. Смотри, в этой серии я по-любому предлагаю нам сходить в ад. Для этого нам нужно что? Для этого нам нужно много еды. У меня как раз таки скопилось с предыдущей серии, где я всех убивал. У меня 23, готовой уже говядины. А, у меня вообще 0, потому что ты все забрал себе. Вот, я тогда положил, получается, все в печечки. Ждем, пока это все сделается. Так, и я начинаю тогда, получается, убивать яйца питомцев. Я пойду пока факелы в дом поставлю, а то вдруг там зомби будут спавниться. Так, получилось 5 снопов, сейчас вообще лотерея будет, кабанчик. Готовься. Так, ну все, вроде никто не должен больше появляться. И еще немножечко украсим. Так, еще подожди, кабан. Лянку. Че? Кабан, мне что-то жестко выпало, подожди. Иди сюда, посмотри. Я даже не знаю, что это такое, я боюсь. Где? Вон лежит. В смысле? Кабан, похоже очень на спаунер, но я не знаю даже. Слушай, давай не будем это трогать. Выкинем это вообще. Подожди, нет, надо потрогать по-любому, посмотреть. Это спаунер монстров, кабанчик. Он может выпасть из яйца? Я не знаю, что может выпасть из яйца, но, видимо, вообще все, что возможно, может выпасть. Короче, ребят, для тех, кто решил пропустить все 5 серий и сразу решил посмотреть эту, объясним. Объединением яйца и снопа мы получаем рандомное яйцо. И Доброму повезло, ему выпал спавнер. Я даже не подразумевал, что это такое возможно. Я думал, ну ладно, там яйцо жителя может, яйцо дракона, яйцо визера, но, блин, то, что спавнер прям целый. Хотя... А он зачем нам вообще? Просто представь, если вдруг нам выпадет яйцо жителя, у нас будет деревня. Это прям предел мечтаний, кабанчик. Мне как раз таки не хватает несколько пшенички сейчас на новый сноп. Либо у нас может быть огромная ферма свиней, потому что яйца свиньи мы уже получали, и мы знаем то, что их можно получить. Кстати, да, как раз таки у нас нет морковки, чтобы их размножать нормально, и с помощью спаунера, в принципе, можем их добывать. А вообще, мы можем пойти в ад, ну, в этой серии мы обязательно туда пойдем, и найдем морковку в аду. А там, ну, можем, надеюсь, морковку найти? Там не факт вообще, что можно. Ой, по-моему, там животные, кстати, заспавнились, овечки. Кстати, да, 2 овечки и корова заспавнилась. Ты пока там занимайся своими вещами, и я пробую последнее яйцо. Да, я это сделал, у нас теперь 2-й сундук. А то в этом срань какая-то просто уже скопилась. Пусть во втором тоже копится. Так, я перекинул вещи во 2-й сундук, и теперь у нас срань и во 2-м сундуке. Отлично. Кабан. Чё? Ох, 16 яиц, Добрый, на, держи. Чё это? Чё, яйцо? Так, виллагер. Я надеюсь, я не перепутал его с коровьим. Ну, похоже на коровье, погоди. Можно подумать, написано, что вообще реально коровье. Написано виллагер, но я не знаю английский. Добрый, что? Сзади, смотри, вышел кто? Господи, что ты тут делаешь? А он-то что тут делает, реально? Ну ладно, будешь жить с нами. Погоди, у нас яйцо жителя. Тогда, кабан, я тебе про это и говорю. Виллагер, ты что, не знаешь, что такое виллагер? Точно. Тогда пошли, я знаю, что мы сделаем. Пойдем за мной. Подожди, надо этого поймать. Подружиться с ним надо. Как мы с ним подружимся-то? Да что с ним дружиться? Дружиться с ним не надо. Так, просто мы берем вот так вот. А что, нельзя на поводок? Да я так же хотел, Добрый. Да блин. Давай его курицам его столкаем как-нибудь. Куда ты пошел? Не, у нас не получится такой паркур. Опа. А все. Обидно, да. Кабан, ну что, яйцо жителя выбили? И спавнер? Да. И коровье.
Да коровье это наплевать, яйцо жителя и спаунер. Ты понимаешь, что это значит? Добрый, я понимаю то, что нам опять придется собирать 50 тысяч лайков и строить деревню для жителей. Но это будет слишком сложно, я думаю. Мне кажется, мы даже не будем собирать, потому что без деревни жителей нам просто не выжить. Солнце садится, я думаю, нам в принципе сейчас не выжить. Короче, смотри, кабанчик. В принципе, все монстры полезные. Но это овцы, получается, коровы, свиньи. У нас уже все есть, курицы. И я предлагаю тогда вот эту территорию всю осветить и сделать здесь полноценную деревню жителей. Прям классную такую. Давай. Скорее всего, это планы на следующую серию. Но уже в этой начнем, скорее всего. Но для начала нам нужно сходить в ад. Потому что я там давно не был, и я хочу посмотреть, что там есть. Возможно, мы там сможем найти крепость или этот, деревню пиглинов какую-нибудь. И там обогатиться немножко. Кстати, да, к пиглинам я бы зашел в... Ой, погоди, я кое-что вспомнил. Ну-ка. У нас же последняя версия Майнкрафта. Я не рассчитал факелы. Там же есть кости этих динозавров. Это костная мука в огромных количествах просто. В нереальных. Все, кабан, смотри, короче. Ребята, для того, чтобы отправиться в ад, нам нужна как минимум железная броня. Но нам наплевать, и поэтому мы пойдем так. Кабан, бери топор, пойдем. Так, яйцо жителя положить вот сюда. Не забыть, и штанцы яйцо вот сюда. Все, и у меня есть меч, топор, кирка и поводок. Я готов, пойдем. Тут уже нас ждет приключение. Добрый, аккуратно, сейчас пятки обожжешь. Ой, господи, чуть лав не упал. Так. Так, слушай, это надо закрыть. Да, согласен. Может тут курицу заспавнить нашу любимую. Так, давай теперь попробуем угадать, в давай, какой конечно, стороне попробуем. Находится... Давай, давай, конечно, попробуй. Это угадать. Что тут у нас такое? А чего он так быстро летит? Это нормально? Это слишком быстро, нет? Да не знаю, ай, может быть. Черт! Кабан, давай, отбивай. Я сейчас уже сдох, я даже от портала не отошел. А тут можно вообще отбить-то его как-то? Погоди, это, по-моему, не фаербол, это огненный заряд он кидает. По-моему, нельзя отбить, нет? Да, по-любому можно. Я думаю, они не будут менять механику. Отлично, я сдох. Так. По-моему, они поменяли механику. Это что такое? Это ты просто появился в новом портале, потому что это взорвался. Это что, получается, дюб? Дюб обсидиана, получается. Блин, как нам его убить? Так, подожди, сейчас вот он на меня вроде нацелился. Сейчас я попытаюсь. Пока не знаю, ну как? Получилось или нет. Да, все получается. Можно? Да, да, конечно. Еще один... Ну вы что, издеваетесь, что ли? Да пошли отсюда уже, господи, почему мы нам всю серию драться так, с гастами? Ладно, да, на самом деле пойдем. Ну, убить, в принципе, можно их, но не сейчас, не на данном уровне подготовки нашей, так сказать. Блин, а мы даже что-то блоков не взяли с собой, у тебя есть блоки какие-нибудь? У меня есть кирка. А, ну это хорошо. Вот так переделали, блин, вообще непонятно, куда бегать, что делать. Да, и меня бьет слизень вонючий, теперь их много, и теперь я, кажется, сдох. Слишком много магмы тут, вообще неприятно. Добрый, ну ты где? На меня два гаста напали, господи! Я тут с тремя сражаюсь, кабан! С тремя? Ну все, я тогда сваливаю, потому что я проигрываю, они меня подожгли. Я тут еще от магмовых кубов спасаюсь, не знаю, как вообще получается, почему-то я горю еще. Так, ой, нашел эту водомерку лавовую. А я прибежал в какой-то багровый лес. Кстати, грибы, похлебку сделаем. Ты там случайно... крепость не нашел? Не, вообще не вижу. На меня пиглин напал. Пиглин? Да. Блин, что-то очень много стало магмовых кубов, прям вообще. Они прям мне не дают пройти даже. Господи, нам бы с тобой как-нибудь встретиться? По-хорошему. О, погоди, светопыль. У нас же светопыль, это нечто очень полезное. Подожди, что-то надо было, да, кстати. Её. Светопыли, это что это? Это... А, это лаву делать, так что... Лаву делать? А, лава нам уже не нужна, да, точно. Но все равно собирай, потому что лучше все-таки светопылью освещать, чем факелами. Согласен. Опа. Все, я всю светопыль а достал. А кто это у нас тут? О, добрый, ты нашел меня? Да. Так, хорош. Мне осталось примерно два использования кирки. Надо золото взять. Это золото? Кусочки вот эти? Да, конечно. Ты что, не знал? Это золото? Я думаю, это что такое-то хрень какая-то. Нет, это золото. Ты что, сейчас сможешь скрафтить себе... А, ты уже шлем? Откуда у тебя шлем? Не, я его в спиглина выбил. А, ну тогда хорошо. Просто если у тебя будет золотой сет, они тебя трогать не будут. Так что мне тоже надо что-нибудь золотое. Да, ну и ад. Чё они с ним сделали? Чё-то, конечно, да, очень тяжело что-то найти. Но зато тут добавили очень много всякого полезного. Так, кабанчик, блин, добрый, куда мы с тобой забрели-то опять? Отбивайся! Ну, давай! Да чего отбивайся? Давай валим отсюда. Я убил его. А, ты убил, реально? Да, еще слезочку его получил вкусную.
Кабан. А. Иди сюда. Чего опять ты нашел там? Ну, опять что-то хорошее нашел, конечно. Кости? Нет, не кости, лучше. Много кости? Да ладно! Ее же очень сложно найти. Мы тут уже снова гуляем, минут 20. Да отлично, я не знаю, так. Сколько мы тут гуляем. Как подстроиться? Вот-вот-вот, я же накопал, помнишь, блоков. Щам. Добрый, я подстроил, ты там где? Я иду сюда. Да иди было... сюда. Добрый, ну ты издеваешься, там один блок прыгнуть. Тут прыгнуть один блок. Ты меня смутил своим подстройкой. Ты что, с ума сошел? Ну, у меня клавиатура зависла. Ладно. Все, добрый, погнали в бой, иначе нас сейчас просто убьют, застрелят. С разбега. Раз, два, три, на. На, получай, на. Они меня так убивают. Не повезло тебе. Беги. Опа, я вижу, что нам нужно. Ой-ой-ой-ой-ой! Да, да, тут аккуратней, кабанчик. Тихо, меня-то не убей. Ты разозлился, я в кабан мод пришел. Своим мечом. Чего там? Туда лучше не спускаться. Там вообще жопа. Я посмотрю. О, да не, нормально все вроде. Так, что, мы будем стержень копить или сломаем? Я думаю, давай покопим немножко, нам они в любом случае пригодятся. О, господи! Все, у нас хватает, свали, ломаем, ломаем, все ломаем. А хватает ли у тебя сколько? У меня получается 6. У меня 4, нам не хватает. Нет, у тебя 4 палки? Нет, 4 пыли. А, 4 пыли, так нам уже хватает. Нет, надо 12. А, точно, мы же не найдем портал, нам же самим его делать. Ну, а может и найдем, я не знаю, но просто лучше 12 на всякий случай. Мало ли еще можно что-нибудь с чем-то совместить. Возможно, вообще надо будет совмещать эти стержни с чем-то и там, короче, чтобы получить эндерпортал. Ну, то пойдем в другую сторону, что-то копать будешь, что ли? Кабан идет рыться все время хочется. Я люблю парить. Пойдем просто в другое место. Ладно, погнали, хорошо. Ну, туда. Вот здесь не были. Во, смотри. Продолжение, отлично. Я думал, она маленькая. Сейчас внуки найдем, кайф. Так, что же в них будет? Ага, куда идти? Да просто бегай тут, короче, неважно. О, сундук! Это вообще, я сдох. Добрый, аккуратно, там визоры скелеты, их два, они нападают в спину. Ой, надеюсь, я выживу, пожалуйста. Добрый, иду. Все, я живой, 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 сундук открываю. Два алмаза, кабан! Я не верю, я иду. Добрый, это легкие две лопаты. Визор! Так, аккуратно. Как ты прошел-то? Еще один! Я их обогнул немножко. Кабан, скелет, аккуратно. Я помогу тебе. Ай, блин. Давай, я ударил два раза ударил его. Так, все, отлично. Косточки собираем. Алмаз еще один, вау. Броня, золото. Очень много всего, отлично. Так, еще есть. Яйцо. Я понял, ты тут был, походу. Там получилось яйцо паутина. Это ты? Это я. Это я, да. Да, вроде здесь все обсмотрели, обшмонали немножечко. Так, кстати, обнюхали обстановочку. Погнали вниз тогда нам. Так, я немножко заблудился. Вот-вот, со мной. Вот вниз. Опа, тут паркур испытания, но я пройду их с легкостью. Опа! Блин! Подстал! И они, конечно, скримачи пускают. Тихо-тихо, тут свинозомби. Два алмаза и алмаз на броне на коня, серьезно. А, иди, добрый, иди. Да сейчас, подожди, куда идти, я тут борюсь слизнями этими. Их очень много стало, реально. Неужели так много алмазов в крепости? Офигеть. Да, нам повезло, видимо, так. Аккуратно, главное, не убить этих. Так, о, еще. Получается, все, нам хватает, наверное, да? Да, у меня 10. У тебя вроде 4. Ты все переработал, все. Да, уже? Да, у меня 10, да, я все переработал. Да надо бы хотя бы парочку, да, чтобы проверить, вдруг можно что-нибудь этот... А, ну, ты стол химический хочешь сделать. Ну, и стол хочу сделать. И может совмещать можно что-нибудь с чем-нибудь. Блин, у меня топор почти сломался. Там три стержня, добрый, погнали. Убегаем, убегаем. Да нам, нам да? не нужны они, да. Так там проход, погоди, вправо есть. Там, этот все я сваливаю. Там спавнер так, у них стоит. Все, короче, погнали отсюда. Нам, в принципе, наверное, хватит пока. Если что, мы запомнили, где она примерно. Так, главное теперь найти дорогу до портала нашего.
А ты помнишь, куда идти-то вообще? Мы очень много пробежали. Хотя, в принципе, можно сдохнуть. Добрый, я сделаю это. Я это делаю уже минут последние 10. Подожди, давай еще немножко побегаем. Вдруг найдем что-нибудь интересное. Я вот с удовольствием нашел бы кости. Это реально огромный запас костной муки. Такое терять нельзя. Тем более в нашей ситуации костная мука у нас нынче дорогая. Поэтому я бы был бы счастлив зафармить стага 4. Добрый, я тут уже в море душ плаваю. Ты где? Опа, что я нашел? Добрый. Мои мечты сбылись. Я нашел кость. Я тоже нашел кость. Ты тоже? Копай! Ты кирку сделал, я помню. Копаю, да, деревянную. Добрый, у тебя сколько будет? Сейчас будем мериться, у кого сколько. У меня? Да не очень много, на самом деле. Возможно, сейчас вообще ноль будет, потому что меня бьет пиглен. Не сдохни, не сдохни, ты чё? Так, у меня 17 костей. Это жесть! Это очень... добрый... У меня 3 стака костной муки. Фу, еле отпинал этого пиглина. А у меня 3 стака костной муки. Я бы реально бы тут еще погулял. 3 стака это все-таки 3 стака. Это очень-очень много пшеницы, значит это очень-очень много снопов. Это значит очень много яиц. Кабанчик. Это ферма яиц в Майнкрафте. Это да. Кабанчик, у меня 2 стака 58. Это очень-очень много. А знаешь, что еще больше? Что? Иди сюда, найди меня. Так, где координаты? Минус 1352-75 минус 1420. А, так я на них был буквально 3 минуты назад. Сейчас вернусь, буквально 2 секунды. Ай! Не думаю, что это был, потому что ты бы кричал, как резанный кабан. Я, походу, спиной их пробегал. Так, секунду, у меня драка невероятная. Ну чего ты кричал-то? Я же говорю, тут недавно какая был. Посмотри, какая красота. Песок душ тут. Песок душ, да, и тут уже был... О, стоп! Да, вот оно. Ты что, дом успел построить? А какой дом? Это крепость. А, это же крепость, точно, я забыл, что тут крепость есть новая. Так, сундук, нюхай. Арбалет? Да ты сюда посмотри, какой арбалет. Мы сможем взять стол. Штаны, ю-мою, ю. Добрый, это же... Не, ребят. Вроде бы, ну, типа, для обычного Майнкрафта это обычный ресурс, ничего такого, но в нашей ситуации это очень-очень много, это огромный буст. Это просто очень классно. Реально. Подожди, так это только один сундук, кабан, знаешь, сколько сундуков тут? Ну, я бы сказал 2, ты чего арбалет-то не взял? Так, он есть у нас. Вроде, я еще взял 2 слитка железа. Ребят, вы не представляете, какая это ценность. Огромная, просто исполинская удача. Погоди, а это что? Где продолжение-то? Смотри, либо вверх, либо вниз. Давай, ты будешь вниз копать, а я вверх. А то я так тебе скажу, вверх вообще смысла нету, я думаю. А, да? Ну там просто нету больше ничего сверху, так что вниз. А, ну да, в принципе, я докопался тут. У меня зачарование на ботинках, очень быстро бег по песку душ. Ну, в принципе, серьезно? Это бесполезно. Ну, так, это бесполезно, подожди. Да, но я жестко. Я в какую-то пещеру пролез. Так, у меня кирки нету, я к тебе иду. Это что это ты тут? Кабан, аккуратно, я ж тебе говорю. Так я ж вообще ничего не делал. Ой, все, нам жопа. Добрый. Да, нам жопа. Нам. Добрый, защищайся. Мы сейчас сдохнем, мы сейчас... Тут бесполезно защищаться. Добрый, защищайся. Жопа будет. Я чувствую, кстати, у меня получается. Во, все, так, мы спасены, кабан, давай. А он что, бессмертный? У меня просто даже меча нету с собой. Добрый, это ж ферма пиглинов в Майнкрафте. Подожди, стой, золото есть? А, золото, да, есть, на 3 давай штучки. Давай кинем, сейчас им, может, они поторгуются с нами. Добрый, я тебе золото кинул, ты что, сзади золото. Добрый, отойди, у меня с ними, к ним ай, другой блин. Разговор. Отлично, давай, кстати, давай, неплохо потей. Получается. Ты, кстати, уже какой уровень? 21. Ничего себе ты нафармил, я 18 еще. Они, кстати, неплохо так хрюкают. Ну да, получше тебя даже немножко. Ну нет, я бы не ну, сравнивал. Ты так, повеселее немножко. Повеселее. Я бы не сравнивал жопу с пальцем. Добрый, ломай, пошли, я там очень много лута выбил. Так, я что-то нашел, какие-то, что это? Так, ну я там вроде слышу небольшие хрюки. Добрый, копай на хрюканье. Смотри, я нашел. Все, выход. О, это их главный центр базы, все.
Вот, тут как раз на том сундук еще один. Ой. О, наконец-то железо. Шикарно. Ребят, ну это самая лучшая серия по добыче ресурсов вот, ну, по объединению. Это... Да это просто, это наверное, самое лучшее. Мы жители нашли, спавнер жителей. Это да, кстати, это реально лучшая серия. Как вы считаете, напишите в комментариях. Так, ну все, я чувствую, мы уже дома. Я чувствую прям дикий прорыв за сегодня. И чувствую то, что нам сейчас жопа, если все эти монстры начнут нас бить. Не, у меня супер броня, я думаю, ему уже жопа. Ага, он нарывается, я разберусь с ним. Я столько убил, сколько ты не видел. Все. Дай-ка мне свою костную муку сюда. Я боюсь, мне придется сделать отдельный сундук для нее. Да, давай-ка. Поближе куда-нибудь, наверное, вот тут вот сломать. А, вот здесь сломать. И вот тут поставить сундучок. В принципе, он идеально влезает. Все, вот столько я муки собрал. Ты сколько? А, нет, у меня еще больше есть. Ну, вот примерно столько же, наверное. У меня вот столько еще. Это просто жопа, ребят. Ну, я по-другому не могу сказать. Нам надо даже... Нам даже надо тут поставить факел, я считаю, потому что, ну, это место стало для нас священным. О, кстати, смотри, я же взял эти. Что? Смотри, мы можем небольшой декор сделать для нашего дома. А, цепи? И на цепи можно факел. Добрый, хорош. Я еще вот такой декорчик взял. Вот тут тыкну, вот здесь тыкну, вот тут тыкну, вот здесь поставлю, тут тыкну, вот сюда, вот тут. Добро, ну я уже не знаю. Мы начинали просто с глины, и чего мы достигли? Вы посмотрите, ребят. Вообще, такое, конечно, говно. Я считаю, главная задача у нас сейчас сделать спавнер жителей, но перед этим надо осветить всю территорию. Давай, у меня много блоков, поэтому я, в принципе, могу это сделать. Все, кабанчик, я ставлю сюда спавнер. И ты закидывай туда жителей. На! Ну, да, добро что, пожаловать! Как, это кто, картограф, что ли? Здравствуйте. Это кто? Это наш первый житель, кабанчик. И его имя я предлагаю, чтобы подписчики написали в комментариях. А вот и второй, вот и третий, ну, четвертый. Всех напишите, короче. Чем круче, тем больше шанс, что мы лайкнем и заметим вас. У нас, получается, уже все есть. Надо построить каждому домик, чтобы они не сдохли. Нет, у нас не все. Неважно, все равно очень много уже. Вот, но это мы сделаем уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ребяточки. Напишите свои лучшие идеи в комментариях. Мы обязательно посмотрим. И, если что, вам поставим лайкосик. Так что всем спасибо, всем добра. Всем большого кабана, всем пока.